Вы только вдумайтесь, за 4 месяца естественная убыль населения России составила почти 150 тысяч человек. Нам в открытую врали, когда с голубых экранов пропагандисты всех мастей рассказывали про успешное решение демографических проблем в стране. Вспомните, буквально год-два тому назад нам вешали лапшу на уши, а оказалось, многие регионы умышленно снижали цифры смертности, чтобы показать лучшую статистику, лучший отчет. Однако настал тот момент, когда подлог стал невозможным. Другие показатели смертности стали критически расти. За последние 3 года рождаемость в России сократилась на 15,3%. 1 600 000 против 1 880 000 человек. Число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет. Все рапорты о росте рождаемости и снижении смертности оказались, мягко говоря, ложью. И вновь тишина. Никто из чиновников не вылетел из своих кресел. Никого не привлекли к уголовной ответственности за фальсификацию. Даже не лишили премии. Всем плевать? Ведь это вранье ведет страну к фатальной черте, за которой уже нет России, нет нашего народа,